Добрый вечер, друзья. Тема данного видео – здоровье. Это очень важная тема. Объясню почему. Начну немножко с другого конца, а именно успех. Что значит успех? Что значит быть успешным? Тема философская, довольно долгая, большая, глобальная, но я считаю, что нужно остановиться на базисе, а базис именно здоровье. Здоровье это является основополагающим фактором и признаком успешности. Здоровье дано не столько Богом, сколько вашими родителями, вашими предками. Это все передалось через гены. Это ваш актив, то есть это ваша ценность. И как вы распорядитесь этим здоровьем, так и сложится ваша жизнь. Потому что деньги, они имеют второстепенное значение относительно вашей жизни. Они являются инструментом, но это не главное. И количество, то есть не определяется как бы, успех в течение жизни. Да, это может как-то сказаться на тех или иных моментах. Это может дать определенные возможности, но здоровье, оно обычно не возобновляется. Оно только идет на убыль. Вот, и одна из задач сохранить это здоровье. Как вы будете себя чувствовать в течение жизни, так и сложится ваше отношение ко всем происходящим, не только вещам, и отношение к людям у вас будет соответствующим. Оно будет исходя из вашего здоровья. Ну, к примеру, если вы встали и у вас болит зуб, или там болит какой-то пальчик, или там спина не разгибается, я не думаю, что у вас будет отличное настроение, и вы будете рады этому дню. Поэтому, еще раз повторяю, здоровье – это базис, это основа. И это под контролем. То есть мы принимаем в расчет, что люди, дай бог, чтобы было здоровье, и не губите его, не курите, не пейте спиртное, ну там можно вино, но не крепкие спиртные напитки. Берегите здоровье, оно бесценно. Я думаю, что это мое видео, оно будет каким-то посылом для того, чтобы вы осознали, что это очень важно. Вот. Поэтому будьте здоровы, счастливы и успешны. Всем отличного вечера. Спасибо. Добрый вечер. Это Коренков Александр. Видео номер 4. Я нахожусь в Cranes Roost Park. Центральный парк города Альта-Монте-Спрингс. Парк достаточно красивый, он находится, можно сказать, вокруг озера. Вот, ну, вот я сейчас в самом центральном месте, вот, покажу панораму. Эта часть парка, она находится около фонтана. В 8 часов обычно происходит шоу фонтанов. Фонтанчик маленький, но шоу довольно интересное.
музыкально и очень нравится детям. Да, и не только детям, но и взрослым. То есть я периодически сюда прихожу и, то есть, наслаждаюсь этим шоу. Все довольно спокойно, весело и замечательно. Вот это мое короткое видео. Всем отличного дня, вечера, утра. То есть я, насколько понимаю, люди смотрят со многих часовых поясов, поэтому хотел бы всем пожелать отличного времяпровождения. Скоро католическое Рождество и Новый год. Все, спасибо.